красиво. А что там за этот? За бульвар? Вот там. Озерный бульвар. А вот это что? А? Вот это. И там есть бассейн, да? Бассейны! Да, кто-то очень хочет бассейн. А вот, да, у них бассейн. Угу. Молодец. Я снимаю преимущественно на фронталку, потому что у меня в родном приложении камера не разворачивается. Что? На светофоре солнечная панель. Провода не тянут, будьте, пожалуйста, автономно работает. Есть, нет, нет. Но солнце же, наверное, не всегда, или там есть какой-то? Дамир, ты поплачь еще побольше. Ты сейчас все равно не пойдешь в бассейн, я не понимаю. Или ты просто, что тебе сильно хочется? Так. Так вот, я снимаю на фронталку по той причине, что преимущественно я что-то рассказываю, снимаю себя. Но когда я хочу что-то показать, я просто показываю телефоном. Да, я ничего не вижу, что показываю. Но показываю фронталкой, потому что у меня в приложении родном телефона не... Как это сказать? Камера не разворачивается, понял? Вот, и мне тогда, когда я монтировала видео, я просто прерывала запись, разворачивала камеру и записывала дальше. Вот, и так каждый раз. А потом я эти куски просто склеивала. А так как у меня сейчас телефон начал плохо себя вести, и он... А что это? А что это? Кафе Робинзон. Кафе Робинзон, и рядом какая-то стройка, да? Со всех сторон. Это кафе расширяется, или что там происходит? Не знаешь? Так вот, о чем я? И потом я эти куски склеивала, и благополучно они становились единым видео. А сейчас я так не могу сделать. Понимаешь, нет? Понимаешь, нет? Это примерно как Панфилова, поняла? Панфилова? Она наподобие. Ну, типа да, типа да. Ну, тут как-то... Ну, она тогда начинает. Я что, еще дальше буду жить? Нет, я тебе. Мне вот этот дом нравится. Ну еще мне какая-то гадость нравилась. Во-первых, ребенок, шуруй сюда, нечего так далеко идти. Во-вторых, я повторяю еще раз, ты понял, почему я снимаю на фронталку? А? Я не слышу. Ты уходишь, черти куда? Мы расплелись, как не знал кто. Я говорю, ты понял, что я на фронталку снимаю? Потому что у меня камера не разворачивается. Потому что мне проще показать что-то фронталкой, чем потом снимать себя на... Ну... Нет, спасибо большое. Не надо мне ничего скидывать. Я уже все, что можно, обновляла. Я до этого когда-то уже скидывала настройки. Володя, мне просто нужен новый телефон. Ты как-то отлыниваешь. Глянь, еще здание. Что тут сплошное? Заброшенная стройка или оно строится? Дай руку. Руку дай. Или оно строится? Не знаешь? Так это. Во-первых, мне не проще скинуть все настройки. Не нужно меня убеждать в том, что телефон начнет после этого работать нормально. Не начнет. Покажи мне, пожалуйста, хоть один телефон, который после этого нормально и долго работал. Я бы не сказала, что твой телефон хорошо работает. Бабушкин телефон долго не прослужил после сброса настроек. У меня был сброс настроек обновления андроида. Телефону стало гораздо хуже. Понятно? Понятно? Спасибо большое. Давай руку. Поэтому не нужно мне, пожалуйста, это больше советовать. Мне нужен новый телефон и точка. Мне не нужно сброс настроек, ремонт. И этот телефон я никому не отдам. Вот. Еще какой-то торговый центр, да? Нет, туда Fresh 25, да, есть только сеть магазинов. Fresh 25? Да, на фронте. Ну, в Леваде есть, ну, по-моему. Это прям торговый центр так называется, или что? Да, вот супермаркет. Вот, дело в том, что даже если я сейчас сброшу все настройки, вдруг мой телефон начнет прекрасно работать, вдруг. Ну, вдруг. Сейчас мы посмотрим. Можно мне сказать? Я уже, у меня уже горло болит. Можно мне сказать?
Так вот, даже если я сброшу сейчас все настройки нафиг, у меня в телефоне все равно не появится разворачивать камеру, потому что не было этого никогда там, понимаешь? Она не разворачивается. Мне все равно придется прерывать запись, разворачивать камеру. А, ты не так? Да, поэтому я себя показываю и монтировать. Мне некуда, у меня памяти нет вообще в телефоне, чтобы монтировать. А когда ты монтируешь, получается, что а ты... А сколько много записываешь? Я все просто тупо и иду. А просто? Как, зачем? Всем же страшно интересно. Вообще я город показываю, нет? Домишки, райончики. Ну да, мы тупо идем, общаемся, я просто снимаю район. Магазины. А что мне нужно снять? Я город снимаю, Володя. Все ж не ясно. Вот Фреш 25 показала. А еще какую-то кафешку. Еще как. Это какой район вообще? Болото. Болото? Болото? Я тебя не слышу. Ты б не уходил от меня далеко. И говорил бы громче. То есть это район болота. Ясно. Так а что тебе не... Что это тебе мы не... идем по проспекту Мира. По проспекту Мира? Я снимаю город, все это не устроит. То, что мы общаемся при этом. Но я ж не гиб, я не могу вот так вот рассказывать. А это, дорогие мои, да, зрители, вот то-то, то-то, а это то-то, то-то, да? Мы будем молча идти и слушать про город. Нет. А у нас так и происходит прогулка обычно. Я тупо снимаю нашу прогулку, свои мысли и город. А что не так? Не нравится? Подожди, мы в Китай поедем. У меня 3 телефона будет. Я на все 3 буду снимать. А это что? Ну, в смысле, не открылись. Может, они просто закрылись в связи с коронавирусом? Да? Как ты это понял? Выглядит как достроены. Достроены, но видишь, коронавирус, наверное, перенесли. Ну да, прикольно, прикольно. Просто я же рассказывала, что я в селе живу дремучим. Вот вы все смотрите, что я не в селе живу дремучим. Что я просто баба-паникерша и люблю говорить глупости на себя, на место, где я живу, и на все остальное. Вот. Будь здоров. Пусти меня волосы поправить. Ага. Ну, пожалуйста, очень вежливый мальчик, надо спасибо, пожалуйста, под каждый этот. Я не знаю, что это будет. Володя, а что здесь будет? Это вообще... Что это? Канализация, да, огородили. Огородили? Первый раз вижу ограждение под канализационные люки, чтобы они так выглядели. Ну, это не канализация, это коллекция. Ясно. Так тебя смущает? Тебе не нравится, что я снимаю? Ты мне тоже запретишь выкладывать видео? Я просто что долго так вот, с телефоном, все подряд. Ну, конечно. Ну, смотри, вот еще идут магазины. Ну, красота-то какая! Мне что, снимать это самое? Ручку дай. Ну, вот скажи мне, пожалуйста, а что мне снимать? Поход в Рэме внеочередной. Идем по такой красоте. Как же не снимать-то? А? Видишь, вот это City Center, или как это называется? Ну, типа, вот помнишь, мы смотрели по YouTube-ролику? Ты брошенный. Ты еще немножечко отстань и поплачь в сторонке. И скажи, мама, папа, где вы? Руку дай. РБТ.ру. Сбермаркет, да. Ну, электротехники электронные. А на первом этаже, на втором.